Ну вот я продолжаю вам смотреть, снимать, показывать вам. Вот пришла в такой магазин H&M. Вот такая сумочка неплохая. Видите, такая цена. Вот такая черненькая сумочка. А вот такую сумочку Настюша моя купила для мамы, для своей. Вот она стоила 27,99, сейчас 8,99. Хорошая сумочка. Вот. Вот такие всякие разные сумочки. Сумочки маленькие. Вот такие плетеные сумочки. Но я плетеные сумочки не люблю. Сейчас только посмотрю цену на нее. Но плетеных сумочек я не люблю. Да что же они тут переплелись все. Вот она даже стоит 15 евро. Не люблю я плетеных сумочек. Вот эта маленькая плетеная стоит 8,99 сумочка. Почему не люблю, даже не вам и не могу сказать. Ну, не люблю. Вот. Сейчас перейдем на эту сторону. Здесь у нас обувь. Такие коротенькие стоят 5,99, а стоили 24,99. Такие точно из леопардика. Всякие тут такие, как я покупала себе и своей Нате. Вот. А здесь всякие балеточки. Здесь балеточки всякие. Здесь такие летние всякие шлепанцы. Ну, такого у меня полно. Поэтому я покупать не буду. Вот здесь тоже, видите, по 4,99. Вот. 4,99 такие шлепанцы. Такие же желтые, такие же вот персиковые. Такие шлепатушки для пляжа. Для пляжа шлепатушки. Я не люблю такую обувь. Там каблучок такой совсем маленький и неудобно. Это вот такая тут всякая косметика, такая молодежная. Знаете, тоже я ее не покупаю никогда. Она-то моя всегда себе заказывает. Она знает, где заказать, на каких сайтах. Хорошую косметику заказывает, косметику. Парфюмы. Кто еще не зашел на ее канал, не подписался, подпишитесь. Наталья П. Английскими буквами пишите. Она там очень хорошо рассказывает о косметике, о парфюмах. У нее огромнейшая коллекция парфюмов. Огромнейшая коллекция. Вот, при том такая коллекция, которая не только для коллекции, чтоб стояла и смотрела. Нет, она всем пользуется. Вот, и очень хорошо обо всем этом рассказывает. Ну, это такие толстовки тут всякие, толстовки. Здесь уже вот свитерочки всякие, Я тоже уже накупила девочкам своими толстовок и свитерочков, всякие. Сейчас вам покажу. Вот сейчас вот смежные купальники модно. Такой вот купальник у меня. Вот, очень модные такие купальники. Вот, видите, такой вот с рюшками. Так что буду ждать, когда будет на него скидка. Сейчас покажу вам, сколько он сейчас стоит. Вот. Сейчас он стоит 29,99. 30 евро. Ну, дорого, конечно. Хотя бы половину дешевле. Невестка моя хочет именно такой фасон. Она мне прислала. Сняла где-то с сайта, с какого-то, с фотографии. И прислала мне. Вот. Здесь пиджачки такие всякие разные, модные тоже. Сейчас модно такие, знаете, пиджаки, вот, чтобы длинные были, объемные, оверсайз, как называется. Вот, есть такие, я купила один такой. Такой есть, вот такой я меряла на себя, Эльку. Ну, что-то он на меня как-то не сел, не понравилось мне. Вот, не понравилось совсем. Платье тут меряла одно, тоже вам покажу. Вот оно есть еще, белое платье. Мне оно понравилось, и цена в нем хорошая, и размер был мой, видите? Ой, сейчас вот так вот. Видите, вот цена в нем какая. Стоило оно 50 евро, а сейчас вот 11. Ну, я ж как померила его, ну, так оно ж длинное. А тут, видите, вот внизу вот такие цветы вышиты. Вот мне надо было бы по вот этим цветам все это отрезать. Ну, нету смысла. Вот такие вот сарафанчики. Я вот люблю такие вот, знаете, льняные вот платья. Как будто бы, а даже не лен, а как будто бы это хлопок. Хлопок такой вот, как штапель раньше назывался, да? И вот такие вот люблю
в национальном стиле. Ну, тоже 30 евро, это дорого. Такое сжатое платье неплохое. Вот это вот сжатое. Оно тоже дорогое. А вот это вот померила. Вот мы когда с Настюшей были, вот она стоит 6 евро, это платье. Сейчас я думаю, даже цену покажу. 6 или 7. Нет, 7. 7 с копейками. Вот, ну, я, знаете, одела его. Ну, палата номер 6. Как будто бы вот в наше советское время женщины, которые такие, как я, вот дети такие примерно моего возраста, ну, как у мои дети, вот в роддоме халаты выдавали. Ну, только один прям к одному. Один к одному. Страшное такое. Думаю, боже мой, кто же вот такое купит? Ну, покупают, может быть, его как-то обыграть надо, как-то одеть по-другому, не знаю. Может быть, и так, но на меня оно абсолютно не село. Вот такие блузочки вот по 2,99. Вот. Я вот люблю такие горошки. Ну, такое, знаете, у меня горошки есть. Это чересчур темный горошек. Темный какой-то горошек. Не очень он мне. Такое вот зеленое у меня было такого примерно плана из... Ой, забыла, как магазин называется. Тут сарафанчики всякие разные. Ага, вот это я еще платье мерила. Ну, вы знаете, ну, не, так, цена-то хорошая, да? И ткань неплохая. Вот. Ну, я одела на себя его. Ну, кто такая в нем какая-то? Ну, баба-баба. Я, конечно, я не хочу сказать, что я девочка, припевочка. Я и так баба уже 62 года. Но, ну, не хочется же уже совсем обабиться. Вот это вот хорошая платьюшка, 20 евро. Ну, 20 евро дороговато. Вот. Вот такие, вообще, темные. Я не люблю такие темные тона платьев. Ох, эта музыка уже достала. Вот достала эта музыка. Вот. А здесь такие джинсы по всякой цене. Вот этот понравился мне еще плащ, но я что-то думаю, еще пока даже невестке не посылала фотографию, потому что у нее как бы есть. Я ей покупала плащи, у нее есть плащи. Вот. Так что, хотя она такая у нас, что не откажется и от нового плаща. Плащ или пыльник, или как. Юбки тут тоже неплохие есть. Ну, опять же, то, что мне нравится, то как-то дороговато. А вот, а то, что дешево, так оно мне и даром не надо. Я вот такую вот юбочку носила. Ну, на 20 евро. Вот такую вот юбочку. А, это даже это не юбочка, это брюки. Брюки. Сейчас мы посмотрим, сколько они стоят. Ну, 25. Видите, ну, смешная. 29,90 была скидка, сейчас 25,99. Ну, не годится такая скидка. Не годится. Это не скидка. Для такого товара абсолютно не скидка. Вот. Вот такие вот тут тоже как бы широкенькая такая юбочка. Ну, тоже 17,99 стоила, сейчас 7. Ой, 19,99, сейчас 17,99. Ну, смешная, смешная скидка, поэтому нет, нет, еще раз нет. Вот. Нет, еще раз нет. Это такие тут шортики вот домашние по 3,99. Тоже мне не надо. Маечки всякие. Ну, вот, пожалуй, я вам все показала в этом магазине. Сейчас пойду в Зару, если там уже начались какие-то скидки. Так я вам и в Заре поснимаю. А если не начались, то там и в Заре и снимать не буду. Тогда поеду наверх, поднимусь в Стокман. И все. Вот я опять здесь стою возле зеркала. Вот она я. Вот. Сейчас тут еще посмотрю в этом, где вот другие есть. Там носочки такое. Такое всякое. Лифчики, носочки. Там посмотреть, он девочка идет в ботинках. Жара такая у нас. Она в ботинках. Ну, знаете, кому что нравится. Вот. Ладненько, давайте на этом пока-пока. До нового включения. Пока.